Всем хорошего настроения и доброго времени суток. Хочу представить на ваш суд очень годную, как мне кажется, новинку китайского дроностроения. Квадрокоптер с двухосевым подвесом камеры F8 Monster. Дрон имеет ультрасовременный дизайн и очень обтекаемый корпус. Главной изюминкой этого воздушного судна является камера со стабилизирующим подвесом, благодаря которой фото и видео получаются гораздо более четкими, чем у моделей, не имеющих такого подвеса. Угол поворота камеры – 90 градусов. Разрешение фото – 3840 на 2160. Видео – 2592 на 1520 при записи на SD-карту. И 3840 на 2160 при записи через приложение. Также есть модель с более простой камерой разрешением 1920 на 1080. Будьте внимательны при выборе. Пульт управления работает в комплекте со смартфоном. На смартфон необходимо установить специальное приложение, которое имеет множество настроек и функций. В дроне присутствует весь набор стандартных режимов полета. Режим «Следуй за мной», обеспечивающий следование за объектом на определенном расстоянии. Режим облета точки интереса позволяет снимать красивое панорамное видео. Режим следования по точкам. Квадрокоптер двигается по маршруту, обозначенным его владельцем, снимая по пути качественные обзорные ролики. При критическом падении заряда батареи дрон самостоятельно возвращается на точку взлета. Также этот режим можно включить самостоятельно. Для более точного позиционирования на местности квадрокоптер использует дополнительную камеру, расположенную снизу. Кроме того, дрон может управляться с помощью жестов. Это очень удобно, если вам надо сделать селфи. Квадрокоптер довольно компактный и имеет следующие размеры в сложенном и разложенном состоянии. Время полета дрона составляет от 23 до 27 минут. Емкость аккумулятора составляет 2400 мАч. Время зарядки примерно 4 часа. Рекомендуем выбирать комплект хотя бы с двумя, а лучше с тремя аккумуляторами. Вес изделия небольшой, 400 грамм. Считаю, что модель очень интересная и заслуживает внимания. Ссылки на данный квадрокоптер, а также на сопутствующие товары, находятся в описании под видео. Желаю всем отличных полетов и правильного выбора. Пока!